3, 2, 1. Да пиши, пиши. Всем привет, на канале Школоложка. С вами Немо и Школоложка, который убивает ничем не повинного товарища и пытается убить меня. Сегодня мы играем в Магику. Скажи, что ли, пару слов. Всем привет, играем в Магику. Играем почему-то не первый раз, первый дубль не удался. Да, как обычно, проблемы. Купите нам новые компьютеры, пожалуйста. А на самом деле шутка. Ладно. Игра достаточно уже старая, ее кучу раз обозревали, но тем не менее мы решили ее пройти. Ну, хочется. Будем надеяться, вам будет интересно. Ага. Вообще игрушка стоит того, чтобы в нее поиграть. У нее красиво. Только гоблины следопыты стреляют так метко. У игрушки очень красивая графика. А, это вы. Вам давно пора двигаться на север, заодно шуганете тамошних гоблинов. Шли на север. Ну, идем. Иди, Сусанин. А, нет, нет, меня не надо молнией, пожалуйста. Ой, дай на этот раз я заморожу озеро. Ты меня только не морозь, а. А ты не подходи. Ой. И не применяй огонь на льду, а то растаешь. Ой! Я чуть не свалился в воду. Блин, я качусь! Нет! Кстати, физика игры очень проработана. Молодец. Ну да, здесь достаточно все продумано, прям мне прям тоже нравится. А, он свалился сверху. Как же нам туда попасть? Он так и не сумел уладить дело с сыром, но, по крайней мере, ему частично открылось. Я не успел прочитать, что. Магика какая-то. О, весь лед уже растаял. Ой, я себя заморозил. Нет! Идешь. Потому что кто-то слишком долго стоит на месте. Ну ладно, иди теперь уже. А, нет. Да, нет, не, ну, ё. Я катаюсь просто. Потому что идти надо, ё-мо. Ты да. Больше делай этих льда на себя. Типа, вот. О, да. Заморозим вообще все озеро нафиг. Давай, двигай телом. Меньше слов, больше телодвижений. И давай, но сам на берегу утони. Воскреси меня. Обязательно. А как там? ВА. А, да. Ай, высохание. Я же мокрый. Конечно. Ну, да, на огонь сохнуть. Господи, я мажу мимо F. Ну давай, воскрешайся. На тебе. Вообще интересно, как попасть на ту хрень, ведь тут мост разломан, а там наверху, обрати внимание, еще одна магика лежит. Да. Ну, может быть, мы туда попадем в дальнейшем? Ну, не исключено, конечно. Ну, кстати, что за магику-то у него изучили? Жир. Жир? Да, жир. Это как? А, камень и лечение. Если его поджечь, то просто замечательно горит. А у меня какой-то crash to desktop. Не знаю, как переводится. А, нет, нет, нет. Я сгорел. Ты ставишь лечебные мины? Да я... Чё-то это... Так вышло. Ты полечился льдом, да? Да, как обычно. 8 клавиш всего-навсего, и я по ним всем готам мажу. Самое главное, что ты не взял того персонажа, который минами гадит. Ну, а я мог. Я вообще хотел взять спецмарина. Нефиг делать, читер. Читер ты наш. Неправда, ничего подобного. Эй, да ты не как волшебник. Тут у меня в подвале крысы завелись. Я не богата, но уж пару монет-то я до вас типа найду. Зверьте сюда, братаны. Дети их. Ну ладно, разберемся с вами лучом изгнания гоблинов. Ну ты куда его направляешь? Да-да-да-да, получи. Ё-моё. Ой, он сам сдох. Как его порвало? Вот спасибо, теперь кажется крысы парой пустяков. Ну уговор есть уговор, я бы дала тебе пару монет. Ну зачем они тебе нужны в игре, представляешь? Вот наглая баба. Куда бы еще поганый восклицательный знак пристроить? Ой, что случилось? Ты куда делся?
Я не знаю, что случилось. Ты отцепился от игры или что? Я заклинание произнес. Какое? Это получается, я временно умер и воскрес? Не, я тебя воскресил. Какое ты заклинание произнес? Crash to desktop. Вот АА. Ой, тихо, блин, промазал. АА. АА, FW. FW. Жир. Куда я исчез? Вот и я не понял, куда я исчез. Ты что сделал? Я тоже куда-то исчез. Фейспал. Мы проиграли. О, да. Обожаю. Так это значит было заклинание самоубийства? Только не с самого начала. Только не понимаю, зачем это. Тебя бы накормили магический... Это и как ее? Лучом магическим. Ты тоже распух. Иди давай. Ой, я опять умер. Воскреси меня, может быть. Может быть, ты перестанешь хренью страдать? Я пытаюсь понять, зачем нужно это заклинание. Ладно, потом почитаю в интернете. Ну, прости. Я хотел тебя все на все подлечить. Ну, куда ты убегаешь? Не попадешь. Не избегай моего лечащего луча. Иди давай. Лечащий ты наш. Ну, знаешь, я тебя могу подлечить и, например, вот так. Ой, нет, не так. Вот. Вот так, пожалуй. Зачем ты это делаешь? Я лечу тебя. Ну что ж ты делаешь? Опять мирных жителей убиваешь. Не такие уж они и мирные. С копьями стоят тут. Так они охраняют. Все верно. Приветствую! Звать меня Капитан Бравый Храбрый. Слушай, они полурослики или кто? Они... человеки. Это не мелкие все. Не серьезно, по пропорциям. Фоги праведный, лесной труль. Это моя жена. Тролляка. Ой, блин, прикинь, меня сшибло. Ой, чувак, зря ты встал на дне стрела. Ой, лопнул. Классный его рентген. Спасибо за помощь. Может, вы и правда на что-то годитесь? Вон наглый. Аре, рука стоит. Меня прислали сопровождать вас, Хариндр. А то король заждался, но теперь вижу, что вы сами дойдете. А мне лень. Конечно. Так что идите себе потихоньку, а мы тут подежурим. Если хотите, могу одолжить топор. О да, я хочу топор. Дай мне топор. Нафиг мне. На! Почему я-то молния? Почему? А, ты что? Воскрешай давай. Ты у меня как-то странно распухаешь просто. Воскрешай давай меня. Да-да-да. Козлина. Я и топор. Топор капитана. На. Ну пошли. Капитан с топором. Мертвые трупы. Похоже, их гоблины схавали. Да неужели? Нет, это был Влад, я уверен. Раньше гоблины не смели нападать в открытую. Лучше быть настороже. Впереди первая деревня на пути в Хариндр. Жители не отличаются дружелюбием, но вы уж будьте с ними полаской. В конце концов, они нас кормят. Да, своим мясом. Ну и чё, заткнулся, нет? Вроде как да. Блин, не в того. Ой. Давай, уходи. На тебя. Ай-яй-яй. Да. Прям во мне лопнул. Так тебе и надо. А не-не-не-не-не. Что они говорят, интересно? Они говорят... Это ты прям язык гоблина знаешь. Конечно. Я могу им даже ответить. Но не буду. Ад. Магику бери. Магика. Ливень. Самая бесполезная магика. Да ну, вот зато надо этот замечательный... Не надо кастовать дождик. Зашипись. Ой, как это... Что это случилось? Ты использовал лучи пар на мне.
Хорошее заклинание, что сказать. А я причем молнию на себя накастовал, то есть уже пятерочку, и ты как раз меня паром окатил. Так, по-моему, это так, пар и еще лучик. Ой. Вот такой вот. Ливень. А, это вместо ливня. Блин, сними с себя заклинание и давай идем. Кстати, это мой топор. Что это была за гадость такая? Это масло. А. То самое масло. А его можно намазывать на хлеб? Не, чувак, это жидкое масло. На нем можно жарить. Не, ну теоретически можно хлеб макать в масло и кушать. Как в детстве. Конечно. Ну и зачем вы приперлись? Последние мыши известны, что от волшебников одни беды. Стоит им появиться, как всякие... Она очень права. Она чертовски права. Все двери закрыты, печалька. Конечно, даже проверять не буду, я просто знаю. Тут повсюду эти злые, длинноухие гоблины, сущие черти. А куда-нибудь и до меня доберутся. Кстати, вот воркшоп написано... Что это за время было? Как у Games Workshop. Games. Бегите ко мне, скажите! Фигово, да, я озвучиваю. Да ладно, пойдет. Я, кстати, посох где-то просрал. Из-за тебя, видимо. Ох, ты какая была. Эй! Прям под луч. Вали. Гоблины в матросках. Это нечто. Знаешь, им только спасательных кругов не хватает. Так. Молодец, поджарился. Ай! Молодец. Да не это самое меня. Так. Ладно, давай отправимся дальше по этой тропинке. Не знаю, куда она нас приведет, конечно. Ой, Дракула. Удивительно, как далеко вам удалось зайти. Впереди лес. Форс гору, хрен какой-то там. Я думаю, надеялся, что эти гоблины нас сожрут. Лучше не зевайте. Ой, в прошлый раз они нас сожрали. И не подавились. Вот такие вот гоблины прожорливые. Вроде на троглодитов не похоже. Контрольная точка. Готовлю-ка я какую-нибудь магию себе заранее. Дядька, давай поговорим. Во имя молота Тора, это моя жена? Да, она, зелень... она пожирает лося? Да, да. Ай, нет, это дохлый лось. Тролли кого хочешь могут напугать, но вообще они миролюбивы. Ну-ну. Миролюбивы. А, нет, это дохлый лось. Тролли кого хочешь могут напугать, ладно. Я тоже не верю. А, получи. Ты знаешь, что ты меня, Бобо, сделал? А, я сейчас сгорю! Да. Мать моя. Мать твоя женщина? Да, представь себе. Ой, порвал его. О, да. Ничего нового не сказал. Хочу лосяку. Ты лосятину будешь есть? О, тут меч. Ну, ценную бери. Вещь, грамм. Ах. Настоящий. Конечно, мечи... Мечи в этой игре просто жизненно необходимы. Да, ими можно... Учитывая, что наши маги не требуют затрат маны. Контрольная точка. Поберегись, летит фаербол. Блин, от тех хрен укроешься, черт не встает. Ну-ка, если водяной камушек сделать... Ой, мимо пролетело. Так. Да, да, отлично, давай, мочи их. Я как раз их намочил. Ой. Обожаю запах жареной гоблинятины по утрам. Погоди, сейчас я выстрелю туда. Давай, бей их. Ай. Ой, прости, ничья. Меня не надо. Ну, может ты меня перестанешь бить? Болечешь? Ой, да ладно тебе.
Не это самое. Не плачь. Постараюсь. Я ж любя тебя, молнии шарахают. Ну-ну. Вот ты молодец, ты меня еще намочил. Ой, ё-моё. Знаешь, это... Решай давай. Это было нечаянно. Сейчас. Я тебе не верю. Давай воскресайся, что ли. Ну, что так не... а ты пробел нажми. Я нажал пробел. Блин. Нет, ты не нажал пробел. Ты сейчас нажал вот этот самый. Ой, по-моему, мы сейчас позорно умрем. На, под... Кому вареного гоблина? Ну как хорошо это... лечит. А. Так, я хочу Грэм. На, на. Только хардкор. О, Дракула. Видимо, гоблины перекрыли тракт. Придется вам рискнуть и пойти прямиком через лес. Одна незадача. В чаще обитается страшный змей. Йормунганд. Да. Это уже что-то из скандинавской мифологии. Ой. Давай ты меня лучше подлечишь. Ой. Ты уже определись, что ты со мной сделать хочешь. Лучшее лечение. Отлично. Это лечебная мина. Ну пойдем. Я хочу туда. Там. Блин, печаль. Ну пойдем туда. Большое дерево перегородило нам путь. А, да, точно, можно же это сделать штуку. Чужаки! Рвих! Сейчас я их опять водичкой. Ой. Молодец! Воскреси меня теперь. Сначала только это, огонек на себя используй. Фак, я это и делаю. Пробел жми. Я чтобы... знаю. Что сейчас он тебе это самое в мозг напихает. Нет, что пробел, ё-мо. Я пытался сделать, я слишком много клавиш нажал. Ну сейчас мы здесь же появимся, наверняка. Нет. Ну как это нет? Вот я не хочу. Нет, мозг... это не была точка спауна. Как так? Так нечестно. Так, и так. Так. Так, здравствуйте, гоблины. Получите, гоблины. А, меня за что? Зашибись. Аж комп провесил, как меня мучаешь. Так, тут ничего нету, никаких секретных книжечек. Хочу магику. А, вот магика. Хрусь да хрясь, хрусь да хрясь. Долгополые, убить их всех убить. Слышал звук. Такой ня-ня-ня-ня-ня-ня. Может быть. Так, сейчас я их полью. Да, да, подними в меня молнию. Нет, не в меня. Ты ж сказал в тебя. Он меня прям в мозг напекал. Ой, Юто. Ох, вау. Нихрена себе, он меня порвал. Делает. Да, 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 что такое? Вот это он тебя ушатал. Конечно. Ай, черт, что я сделал. Гоблин слез с моего лица. Ты ему понравился? Не надо мне такой радости. Воскреси меня, пожалуйста. Сейчас. Шнеля. Кстати, обрати внимание, у босса... Щит? Да. Магия щита навешена. Не надо меня в мозг пихать. Блин! Что это было? Отвали. Да отвали ты, ё-мо. Ай-яй-яй. Получите, гоблины.
Ага, чёрный посох, мой посох. Ну ё-моё. На тебя, а не посох. Жезл экстренного телепорта. О, нифига себе. Блин, и все что ли, одноразовый? Да, шикарно. В смысле одноразовый, он у тебя магия отмена. Она перезаряжается. А что отмена делает? Давай проверим. Не это самое. Не кастуется. Видимо, надо что-то накастовать на себя, типа, не знаю, типа огня или... Мне не нравится большая жирная самка. Кстати, обрати внимание, когда его долбит огнем, на нем просвечиваются кости из... Гай. Ты зачем это сделал? Я... Угадай. Ты... Ну да. Молодец, что я тебе скажу. Догадливый ты наш. Воскреси меня. Ну ага. Давай. Вот прям сейчас его воскресишь. Ну да. Ты можешь сделать щит и воскресить меня. Ай. Давай, делай щит. Я до сих пор мокрый. Давайте, валите его, валите. Я тебя сейчас завалю. Ай. Ну ты же меня не воскрешаешь. А погоди ты сейчас это. Мне же оттаять надо. Отмокнуть. О, да, это скрешил. Щит пробили. Так. Ой, тролль, тролль, тролль. Да, я бегу, бегу. От этих мерзких троллиминаторов. Троллиминатор? Ага. Обрати внимание, я тебя не задел. А, шит. Нет, 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 вы не пройдете. Я, похоже, тоже не пройду. Короче, кости из этого. Из... Рентгеновское излучение, я это уже говорил. Да не, почему здесь рентгеновское излучение? Кстати, из Cinema 4D, да, кости привязки и объекта. Mm-hmm. Что у них в пещере есть? Что-нибудь полезное, да нифига там нету. Думаешь? Ой, ё-моё, а я хотел направо вот пойти. Ничего полезного. Ну и на этом можно серию закончить. Нет, мы еще не прошли. А, давай заканчивай. Смотри, у него холодильник. Я хочу посмотреть, что у него. А, и... не правда. Я думаю, там замороженные головы. Не подходи. Ты молодец, конечно, делаешь мой щит в такой самый подходящий момент. А он сгорел. Ты вообще порвался, в конце концов. Холодильник. Там есть посох. Хочешь посох? Я же говорю, там заготовленный маг. Посох стужи. Ну-ка, нажми среднюю кнопку. Нет, на средней ничего не происходит. Ай! Ой. Он, наверное, сильнее замораживает. А давай уже пройдем до конца эту. Да, а не так ёпта. А если глава будет очень-очень долго. Ох, нифига себе, что это вокруг тебя такое? Да. Ну-ка, вниз, иди сюда. Уйди сюда. Колявщилось. Ай-яй-яй. Ладно, не развлекайся. По-любому на среднюю кнопку что-нибудь кастуется. Да ты что ты делаешь, а? Я пытаюсь тебе помочь, отходи с линии обстрела. Жаль, щит очень быстро проходит. Да. Кстати, почему мы не пользуемся этой штукой? Я забываю. Аналогично. О, сейчас будет супербосс. Когда-то здесь обитал Йормунганд, но теперь его нора пуста. Совсем пуста. Тогда что это такое? Его слабое место голова, пусть удача вам улыбнется. А я свалю тем временем, да? Конечно. Кто бы сомневался. Ну получи что ли. Ай! Не тоск вставал! Молодец!
Что случилось? Почему я не могу идти? Вот это, используй воду на себе. Вот, стоп. А, так я бегал. Понятно. Можешь посох твой снова подобрать. Попробую. Ух, на себе. Воскрешай меня скорее. А, сейчас. О. Ой. Уснул. Ой. О. У него. Блин, да что такое? Что происходит? А, нет, я умер. Я твой посох возьму, короче. Ты воскреси меня, что ли? А я что, не воскресил? Мародер! Отлично, еще и заморозил. А, вот. Ой! Давай, пускай он тебя еще раз укусит, я ему в голову попаду. Наверное. Да просто его бей. Зашибись, ты что сделал? Я не знаю. Открыто достижение, не стой под лучом. Нормально. Это интересно, что дает этот все-таки как-нибудь так. Как-нибудь так. Он ударился головой. Да что ж такое-то? Ой! Опять я в него не попадаю. Ты в меня попадаешь. А где у него... А, он когда нагибается. Да. Так, надо его заморозить, наверное, когда он нагнется. Ой. Ты сможешь это сделать? Нет. Не думаю. Ты знаешь, что ты горишь? Да ладно. А, нет. Я сгорел. Че это? Что, подавился, нет? Ты знаешь, что ты мокрый? Да ладно. Ставь себе. Получи. Да что ж такое-то? Он не замораживается. Нет, я попал ему в лицо. Вывести яд можно с помощью стихии жизни. О, я придумал. Ой. Где? А, ну конечно, прям подо мной вылез. Воскреси меня, давай, хил. Арион доедает тебя. А я лечусь. Давай, змейка, наклонись. Тот камушка ему плохеет. Хрен его знает. Да, отлично. 190 урона. Я думаю, надо заранее какое-нибудь заклинание заготовить и пальнуть у него. Ну, спасибочки. Ты чё, сдох? Конечно, ты меня убил. Я не спросил, сдох ли ты, я сказал, зачем ты сдох. Затем, что ты меня убил. Получи. Ой, я загорелся. Нет. Ну, спасибо. Бей комбинации луча и камня. Еще раз воскрешай меня, он меня сожрал. Ты ещё говорю, бей комбинации луча и камня. Угу. Я его убил. Убил червячка. Открыто достижение. Целая змея. Да, и мы уходим вдаль, в закат, под дерево. Ну что ж, я думаю, на этом уже точно стоит закончить. Всем спасибо за внимание.
Да, спасибо за то, что потратили полчаса своей жизни на этот перерыв. Подпишитесь, лайкните, да, и услышимся в следующем выпуске. Обязательно. По-любому.